состояние, как тебе все поверхностно. Hyundai Getz, 1.4 двигатель. Машина приехала с проблемой жор масла и уходит антифриз. Причем уходит он в камеру сгорания. Клиентам было принято решение снять мотор, отдефектовать, оценить состояние двигателя, после чего он будет принимать решение капиталить двигатель либо покупать бушный. Сейчас производим дефектовку, смотрим. Также вам покажем, что у нас в итоге имеется с этим двигателем. На двигателе пробег около 250. Если посмотрим, вот третий цилиндр, он вымытый, его отмыло. В цилиндрах мы видим пятна. Уже мотор имеет износа естественные. И, судя по всему, неоднократные перегревы тоже. Голову уже снимали. Также это можно увидеть по поршням. То, что вот от вымытый поршень как раз-таки также имеет следы от корщетки. Что видно, что его чистили. Чем дальше, тем интересней. Отдефектовали мотор G4 EE Hyundai Getz 1.4. Что мы видим? Коленвал у нас задрало, вкладыши коренные все в износе, шатунные тоже имеют износ, не критичные, но имеют, поршневая в отличном состоянии, но сами цилиндры у нас в блоке имеют износ. После промерки, промерив блок, мы увидели, что имеет быть место эллипсу и овалу. Пригласили наших клиентов, владельцев автомобиля, два молодых парня, посмотрели, поехали думать. Составили список требуемых запчастей, сейчас посчитаем, их с ними согласуем и будем ждать их решения. Будем делать либо этот мотор, либо ставить контрактный. Но делать этот нецелесообразно. Пошел второй день. Клиент вчера вечером перед закрытием сервиса привез контрактный мотор. Решение принял, в принципе, довольно-таки быстро, потому что ремонт был его мотора нецелесообразен. Ремонт мотора был приравнен пол стоимости автомобиля. Собрали, подготовили к установке. Маленький момент. Коллектор переставили родной старый, который стоял на машине, так как засверлены под газовое оборудование. Собственно, ставим, заводим, смотрим, проверяем работу двигателя. Клиент проезжает гарантийный срок, после чего мы меняем ремень ГРМ, обязательно меняем помпу и дальше счастливое использование автомобиля. Мотор установили, все, прогрели, работает замечательно. Время у нас начали в 10, закончили, можно сказать, 3:30. Осталось прикрутить защиту двигателя, и автомобиль готов.
Клиенты уже отзвонились, ждем его на замену масла. Все, что требуется.